Добрый день! Я Елена Золотова, эксперт бренда Линдс & Бард. Сегодня я расскажу вам о самом бренде и о некоторых его продуктах. Что же такое Линдс & Бард? Линдс & Бард – это бренд, который ассоциируется с отдыхом, наслаждением и с удовольствием. Только представьте, вы на отдыхе, вы на Карибах, белоснежный, теплый, нежный песок у вас под ногами. Бирюзовое небо, которое на горизонте сливается с лазурным океаном. Легкий свежий бриз на вашей загорелой коже. Все это Линдс & Бард. Добавьте к этому натуральные ингредиенты, которые выращиваются на Карибах. Манго, кокосы, авокадо, папайя. Все это является центром, сердцем формулы каждого продукта Линдс & Бард. Поэтому мы говорим о том, что каждый продукт Линдс & Бард – это маленькая спа во флаконе. Продукт, который как дает увлажнение, питание нашей кожи, тонизирует ее, но также еще и дарит бесконечное удовольствие отдыха. Масло авокадо Линдс & Бард – это масло авокадо холодного отжима. Доказано, что масло авокадо стимулирует выработку коллагена. Поэтому это масло укрепляет кожу, а также рекомендуется для предупреждения появления растяжек. Особенно это актуально во время беременности. А в составе масла и витамины, и микроэлементы, и незаменимые жирные кислоты, которые уникально восстанавливают кожу. Масло авокадо Линдс & Бард существует в двух объемах. Во-первых, это 200 мл в стекле, а также объем 125 мл в пластике. Этот объем был создан специально для того, чтобы можно было такой флакон возить с собой в поездку. Можно наносить и на лицо, и на тело, а также оно подходит для волос. Когда вы наносите масло на лицо, то его можно использовать как самостоятельно, без крема, а также наносить под крем, как сыворотку. Для тела точно так же, либо самостоятельно, либо второй вариант, даже не под крем, а просто смешать с вашим лосьоном для тела, для того, чтобы масло авокадо сделало его более питательным и добавило аромат, поскольку в этом масле аромат цветов тиаре. Можно использовать в качестве маски для волос. Для этого мы берем необходимое количество масла, наносим как на корни волос, так и на сами волосы. Одеваем сверху шапочку полиэтиленовую, закрываем полотенцем, ходим так 30 минут. Если пожелаете, ходить можно и дольше. После чего смываем масло с помощью шампуня. Масло авокадо не комедогенно, поэтому оно подходит для лица. Масло авокадо специально подкрашено экстрактом из плодов томата. Специально для красоты, чтобы приятно было на него смотреть. Я вам рекомендую сделать небольшой эксперимент. Попробуйте смешать в ладони гель алоэ вера и масло авокадо в равной пропорции. Вы увидите, какая получается легкая увлажняющая эмульсия. Нанесите на кожу, причем можно наносить и на лицо, и на тело такой микс. Уверена, вам понравится. А во флаконах 200 мл вы можете обнаружить на дне небольшой осадок. Связано это с тем, что масло авокадо холодного отжима. То есть осадок – это плотные масла, которые не растворяются.